О, боже мой! Что здесь происходит? Что здесь происходит, черт возьми? И вот на эту штуку я должен делать полноценный обзор. Я должен там вспоминать всю историю разработки, там графику обсуждать, геймплей, музыку. Зачем? Зачем? Если все, чем они могут похвастаться, это анимациями. В остальном же не изменилось ничего. У нас есть Санич. У нас есть... Мили хвосты, мистер Пропёр. Когда пытаешься придумать крутую позу, но не можешь придумать и просто... Такое ощущение, будто рукачку просто закрывает. Мне нравится, как он бежит и задницу прикрывает. Это абсолютно непрактично. По опыту вам говорю. Темненький. Темненький в этот раз какой-то прям особенно темненький. Я говорю про его мордочку. Black Lives Matter. Он загорел. Я просто из шахты Дасти вылезу. Ладно, начнем с Анича. Тогда залезаем в Kingdom Valley и посмотрим, насколько у нас Sonic World-то эволюционировал. И эволюционировал ли он вперед или назад. Судя по тому, как он долго, блядь, загружается. It is evolving, just backwards. Loading object. Вот я серьезно, только версии сменилось. Они до сих пор пишут, какие объекты там загрузили. Вот оно, смотрите, ребят. Смотрите, блядь, как оно тормозит. Это ж просто охуеть. RTX 260 Ti. 2060 Ti. Не Ti, супер. Супер! Core i5. Я могу в Sonic 2020 играть, но я не могу играть в... Sonic World без тормозов. Плохо. Давай, grind faster. Вот, у Sonic World уже намного лучше, чем второй Adventure, потому что он пишет, что... Говно! Потому что он пишет, что кнопка X это grind faster. А в Adventure было написано просто crouch. Вот ты и думай, что это, блядь, за crouch. Ты скажешь по поводу врагов? Вы помните, как громко я говорил по поводу врагов в предыдущем обзоре? И не дай, блин! Так... Так можно я сначала... Вот... Нет. Light Dash. Во, клёво. Это был Light Dash. Это я не пробаговал, если что. Light Dash. Тихо, нет, не надо Light Dash'а больше, пожалуйста. Я Богу молиться буду, только не Light Dash. Враги. Как можно было запилить целое обновление, связанное в основном с анимациями? У него тут есть и анимация отпрыгивания от врагов. У него есть и айдол анимации. У него есть анимации на кольцах, хуёльцах. У него есть анимации, блядь, того, что он сходит в туалет. Но у него нет анимации врагов. Как они умирают? Они все еще переворачиваются в воздухе, как пьяные. Батя! Опа! Это же не для меня, да? Ну поставьте вы чертовы экраны из Heroes, ну не стыдитесь вы их, а? Они же реально помогают понять, где твой путь, где не твой путь. Где путь натурала, а где путь гомосей, сука. Вот я тут должен, короче, Light Dash'ом сделать... Ну давайте, дай! Я поверил. Может, надо было за этого, за Америку захватиться? Он работает вообще, мне интересно. Ладно, давай, Америка, хватай. Последняя жизнь. А, уже? В Sonic 2020 я жаловался на то, что из-за низкого фреймрейта, это когда еще у меня слабый комбо был, невозможно было нормально играть, потому что у тебя низкие кадры, у тебя персонаж подтормаживает, и тебе из-за этого очень тяжело ориентироваться. Знаете, что я сейчас чувствую в Sonic World? Я чувствую... В смысле нет? О, я чувствую, что мне жопа бурлит. Я играю с говном, понимаешь? Ладно, мы поняли, что Санич не тащит. Давайте попробуем теперь задумчивого говнодержательного Тейлза. Возьми Хэнкэсл. Зачем? Хэнкэсл у нас для крутого. Возьмем Хэнкэсл. Так, что этот уродец может? Вот так. Ты ебанушка! Ты че сделал? Это Tails Swipe, да, во, клёво, анимации. Ну чё, давай, ребят, давайте. Значит, ты выбрал смерть. Вот это да, вот это правильно. Вот у них главное есть анимации атаки, то они... А коллизий нету! Анимации есть, а коллизий нет! И самое главное, интеллекта-то не добавилось. Идут и грызут! А у него какой дрифт? У тебя вообще есть дрифт, ты вонюченький? Нахал, не смей обзываться! А, нет, вот он, у него такой дрифт. I wanna fly high so I can reach the highest.
minute will believe in myself. Да-да-да. То в них можно разглядеть очертания деревьев. Ребята, вы просто стырили. Вы спи***ли эти чертовы деревья. Почему кнопка выключения? Ну, потому что. Не забудь, что надо включить чисток. Какого черта? Луна голубая. Голубая луна! Голубая. Голубая. Ну просто синяя. Делают всю работу за меня. Блять. Мне нравится, знаешь, как по физике, вот прям чисто по физике. Мой выстрел, он катится по лестнице вверх. А эти что делают, дури? Ну, наверное, какой-то кавказский танец. Да, да, танцевал все-таки, давай. Ай-рай-рай-рай-рай-рай-рай. Ай-рай-рай-рай-рай. Ай-рай-рай-рай-рай-рай-рай. Так вот, вот так вот, смотрите, это ж геймплей. 20-20 играли. Тихо-тихо, а то они записывать начнут. Записывай, записывай! Хватит, ребят. Хватит! Я не могу в эту блядскую перспективу. Обрати внимание, ты уже кольц прошел, а время-то всего 6 минут. Почему-то я считаю, что я дам, а я на самом деле в пи***е. Да блядь! То есть, смотрите, какая интересная... О, клёво. Они еще ползут по стене, смотрите, какая клёвая физика. Ведь мало того, что мои снаряды, они могут по лестнице вверх подниматься, они еще и самонаведение вот так, оба. Хаммер, только без хаммера. Как же нам его завалить? Давайте проверим. Давай. Да. А чё рельсы не работают тут, как в Хиросе? А тут что-то работает? Бам! Бам! Надо эти рельсы нарушать, как он просто на километровое расстояние притягивается вот так. Снаряды Тейлза, земля пи***ц. Абсолютно нестыренная статуя Эггмана и президента Киргизии. Меня сейчас вырвет в эту воронку. Когда знаешь, когда пытаешься нарисовать, вот... Меня сейчас вырвет в эту воронку. Я включился в паник. Блин, да... Смотрите, ребят, скайдайвинг добавили. Давай танцуй. Ай-ай-ай. Еще один. Вот я также, когда пытаюсь говно своих булках держать, также иду по улице. Во-во-во! Вот это с хаммером. О, блядь! Это просто крутилка, хуилка, блядь. Ты че, мужик? Он меня заебошит. Он меня заярит, я его боюсь. Вот это, по идее, должна была быть типа дымка, но на самом деле я вижу просто недомытый пол. Во, анимация, ребят, смотрите. Опа, 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 опа. Буквально пытаются насылать все, что только угодно. Я чувствую себя грязным за то, что мне дали S-ранг в этой игре. Хватит уже смотреть на дуриков. Все. Шадив, уничтожитель. Сраки. Сейчас вы увидите настоящий геймплей, пока у нас тут loading object, крик, спринт, дэш, туалет. Филиппи закрузится. Вот оно. Итак. I'll show you the ultimate power. По-моему, Кама Пуля что-то подобное показывал. Вот так вот. Он может хаус-спирить. Сначала мамаха, а потом ему. Так, смотрите, я пущу ее в сторону. Притянется ли она к врагу? Нет? Серьезно? Нет? Мне нравится, что в подсказке написано Jump Dash Home. Я бы написал Home. Что я с этим должен сделать? Я должен был с Саничем быть. Так он же тоже умеет Light Dash. Нет. Heroes говорит, что да. Разве я не должен доверять Heroes? Я не понимаю, она поднимается со мной вместе или нет? Я тебе пуще некуда подниматься, ты и так на дне. Почему у них антенны? Потому что они соединяются с вышкой 5G. Выжигают мозги фанатам, которые в это играют. Нет! Ля, ребят, смотрите спецэффекты, которые я себе в гринскрине вставляю в монтаже. Ну-ка, интересно, какой у него дрифт? Нет, нахуй, я не буду этого смотреть. Я не жить хочу. Опа. Да он, как фигуристка какая-то.
ладненько. А, они здесь, они все еще здесь. О, оно бежит на меня, оно стреляет. Я играю сейчас в моды в GTA San Andreas. Ну что ж, человеку человеческая расправа, я его ударю. Вот это вообще анимация классная. Ну-ка, давай, дрифт. Смотри, сработало. Это даже лучше, чем в Unleashed. Вот так вот. Вот так вот, так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Под твоей пышной зуб. Вот этот вот блюр на высокой скорости. Чувствуешь себя как будто бы пьяный. Как алкаш какой-то, который, блядь, несется до своего дома. Да, знаешь, как программист такой. Ну, где кодить надо? Ну, где там кодить надо? Мне интересно, а чё хаосы, которые разрабатывались исключительно на колонии Арк, делают здесь? Умри, уродец. Ну давай, я же ультимативный! Вот так. Он перевернулся как ваза. Как ваза, блядь, соседи. Только соседи лучше, блядь, ваза переворачивался. О, классное кольцо Red Star нашел. Мне похуй. Танцуй. Поздравляю, братки на районе, вы порадовались за тебя. Я знаю. А знаете почему? Потому что Sonic World. Ну это не игра, блядь. Это все еще. Это ебаная пародия на игру. Пародия на игру с анимациями. Все. До свидания. Это все тот же продукт жизнедеятельности, который пытается совмещать в себе все и сразу. Это управляется отвратительно. Графика мерзотнейшая. Пьяная графика, блядь. Новое определение. Пьяная графика. У врагов никакого интеллекта нету. У них нет никаких коллизий. На уровне происходит черти что? И они до сих пор, блядь, не добавили им нормальную анимацию смерти. Они переворачиваются. Вот и весь обзор. Да, считайте, что формат прохождения вернулся. Потому что такое говно. Только проходить, ржать над этим и забывать, как страшный сон. С вами были Сумочки. Где ты там пытаешься заслать на заднем плане ракообразное? Да, потому что эта игра самое лучшее средство для сна. Вы только ее запустите и сразу...